С национальными орнаментами это платье вообще заиграет, да, Луиза? Ее голос узнают многие радиослушатели. В этот раз ведущая «Болгар-радиуса» Эльвира Вильдан готовится ко встрече со своими слушателями не на радиоволне, а на голубом экране. В этом году она ведущая национальной музыкальной премии. Отдельное внимание на образы артистов и ведущих шоу. Чтобы они увидели всю эту красоту, не только слушали вот красивую музыку, но и увидели то, что мы действительно национальное радио, татарское радио. Вот наши эскизы, и в основном в каждом образе будет присутствовать национальный орнамент. 30 артистов, 30 песен, 30 уникальных образов. Эскизы были готовы 2 месяца назад. Ткани заказали в Италии. В основном это бархат, атлас, шифон. Все, что при пошиве часто использовали татары. Вдохновением считается для нас это книги, это история, музеи, там, где мы можем увидеть начало, то, с чего все начиналось, и уже передавать именно в том видении, в котором видим мы. В этом году «Болгар-радиуса» сделает акцент на национальные мотивы. Не только в одежде. Пока сюжет сценария держат в секрете. Организаторы обещают, вспомнят все. И традиции, и народные песни, и присущий только татарам мон. Праздник песни зрители увидят 11 декабря в прямом эфире на нашем телеканале. В основном все номера, все песни в этом году сложились очень мечтательные, очень романтичные, очень добрые. Возможно, это подсказывает само время, что люди хотят больше доброты, больше какой-то отзывчивости друг к другу, какого-то внимания. Вот поэтому такое все очень милое, душевное. Изю, калфак, камзолы. Национальная премия «Болгар-радиуса» в этом году проходит вновь в онлайн-формате. Но, несмотря на это, артисты тщательно готовятся и хотят порадовать зрителей не только красивыми песнями, но и национальными мотивами в одежде. Олег Ирудинов, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.